Индекс делового климата в Германии в августе неожиданно упал до 106,2 пункта со 108,3 месяцем ранее, свидетельствуют данные исследовательского института ИФО. Аналитики ожидали роста показателя до 108 пунктов с половиной. Снижение доверия немецких предпринимателей к экономике страны, по мнению экспертов, связано с решением Великобритании выйти из состава ЕС, которое, как они полагают, негативно отразится на перспективах немецких компаний. Так, индикатор ожиданий руководителей германских предприятий на ближайшее время опустился в августе до 100,1 пункта со 102,2 в июле, при ожидавшемся росте до 102,4 пункта.